спортивные соревнования с уклоном в милитари. Подобные состязания прошли на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В качестве спортсменов – бойцы подразделения разведки. Бег с препятствиями, перетягивание каната – все эти спортивные дисциплины для разведчика важны. По убеждению военных, они тренируют выносливость и командный дух. Правда, на соревнованиях не обошлось и без армейских видов спорта. Кто дальше метнет гранату, кто быстрее снимет часового. Такие соревнования не единственные. Их планируют регулярно проводить со всеми подразделениями разведки Южного военного округа. Современный бой предъявляет высокие требования к морально-волевой и физической подготовке разведчика. Так как разведка должна вестись непрерывно, длительно, соответственно, от бойца требуется предельное напряжение всех его физических сил. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале Мир24.ТВ. Программа «Союзники» выйдет в эфир в следующий понедельник в 19:40. Не опаздывайте.